Всем привет! Мы находимся у основного бассейна в отеле Ронадо Плаза, Анталия. Здесь моя женушка. Наш карапузик. Где там Кирюша? Вот он, Кирюша. Ай, Кирюша. Кирюша, играешь, да? Ай, Кирюшка, играешь. Ах, актер. Кирюша. Ай, как хорошо. Ай, как хорошо. Ай, как хорошо. Тихонько. Тут не кидай. Туда не кидай, там люди. Пойду вам покажу территорию основного бассейна. Открывается. Кстати, с этого сезона он стал подогреваемым. Здесь можно купаться было и зимой. Вода была теплая. Этаже, на третьем, вернее, терраса, а на втором алякарный бар. А на третьем открытый терраса. Это основной ресторан. Центровой, но он бесплатный. Уже входит в стоимость. Спа. Дайвинг-центр. Вот такие вот. Сейчас я вам покажу, какая тут подводная скала есть. Очень оживленный, так скажем, морской мир. Рыбы, растения вокруг нее и дайвингисты вокруг нее, обычно новичков, ходят плавать. Очень хорошо. Прям
путь обратно. Здесь вот открываются такие замечательные виды. Кактусы, оливковые деревья. Идем дальше. Вот такие крутые спуски здесь. Ну и вот мы вышли к основному бассейну. Infinity бассейн с чудесным видом. Давайте еще раз насладимся этим видом. Непосредственно сам отель отдыхающий. Всем пока, до новых встреч.